Короче, друзья, мы заселились, и у меня к вам только один вопрос. Хотите ли вы, чтобы я вам устроила рум-тур? Это полный пиздейшн, хэппинейшн, тентейшн, анимейшн в одном лице! О, боже, когда-то это было норма, а сейчас это ахуй. Настроение реально снимать, просто вот каждый свой шаг, знаете, вот я иду, вот здание рядом со мной, вот я их прошла, короче, друзья, если честно, ощущение такое, как будто все обнулилось, и как будто бы не было этих 4 лет путешествий, это, конечно, магия какая-то, абсолютно нереальным образом все работает, я отсюда снимаю вам влог, завтра я буду более активна, а сегодня я в полном ахуе и в балдеже. Рассказываю очень важную информацию, без которой нельзя начинать этот день. Вы должны ее знать. За эту ночь я просыпалась 3 раза. Это были такие очень быстрые мимолетные просыпания и снова засыпания. Но я каждый раз не понимала, где я нахожусь. То есть эти там 2-3 секунды я пыталась очень сильно, мощно, жестко, жесточайше осознать, где же я сплю. Потому что уже все смешалось в моей жизни, в моей голове. Но было очень приятно осознавать, что это Рим. Я такая... Привет еще раз. Короче, плюсы, которые хочется отметить. Нам несказанно повезло, ну, если это можно считать в рамках везения, сейчас будет солнца много. Ай! Боже мой, я просто не верю, что мы сейчас видим это все своими глазами, друзья. Когда мир стал таким, когда это вообще стало каким-то сном, а не реальностью? Все думают, что я фотомодель, потому что у меня что? Просвечивает жопа. Друзья, вот он. Популярнейший, ломовейший, красивейший фонтанище, на котором я была 3 года назад, бросала сюда монетку, загадывала желание, вот я вернулась, но прикол в чем? Смотрите, совершенно нет людей, ну это логично, это понятно, но просто кто смотрел выпуски Решки или был в Риме, вы знаете, что здесь обычно не протолкнуться и просто, ну яблоку негде упасть, и сейчас, пожалуйста, выбирай вот любое свободное местечко и делай фотку. 10 из 10.